Дорожное полотно Московского проспекта – одно из самых аварийных. Капремонт здесь не проводили с самого строительства. Из-за резких температурных перепадов количество ям, не отвечающих стандартам, увеличилось, отмечают дорожники. Поэтому новую технологию холодной укладки асфальта они решили испробовать именно здесь. Сначала все у нас выдалбливается определенная, делается форма, вдувается пыль, очищается полностью у нас, скажем так, обезжиривается, удаляется вода и пыль. После этого мы используем основные реагенты. Отличие технологий в температуре нагревания асфальта и в том, что холодная укладка в полтора раза дороже горячей. Зато новая технология позволит приводить дороги в порядок даже в 30-градусный мороз. Эта технология, она хуже, чем укладка горячая, но в связи вот с аварийностью, с аварийной ситуацией на дороге, как бы это будет как бы единственное решение на данный момент. По словам дорожников, применять новую технологию они будут по сигналам автомобилистов. Водители могут пожаловаться на яму в систему народной контроли или сообщить об аварийном участке в исполком города. Эльвира Ермакова, Петр Греков, эфир 24. Зажги поэтическую звезду на телеканале «Эфир».